Новый цикл лекций «Развитие христианской духовности» пройдет в духовной библиотеке ИНИГА. Начало чтения намечено 12 октября. Весь год слушатели смогут знакомиться с духовностью конгрегаций, культурой христианства. Христианская духовность, она не находится чисто в каких-то идеях, как бы только на небе, а, естественно, также не только на земле. Но часто можно основателя какого-то ордена именно так понять, да, из ситуации, которая была на земле в его время. Первую лекцию прочел отец Штефан Либке. Но я начинаю этот цикл с введения, можно сказать, о том, что или как вообще можно понять, что такое духовность христианская. Потом будут лекции по разным темам духовной жизни или про духовность разных орденов, например. Каждую субботу мы имеем такие лекции о развитии христианской духовности. И потом мы тоже имеем какой-то культурный аспект в этой лекции. Значит, например, 25 числа начинаем еще один цикл лекций, связанных с культурой, особенно связанных с Новосибирским городом. И потом у нас будет тоже такая лекция, связанная с искусством Германии. Впервые лекция транслировалась онлайн на сайте библиотеки в разделе ИНИГА ТВ. Сегодня мы попробуем транслировать прямой эфир. Называется это ИНИГА ТВ. Это такая попытка, чтобы люди могли посмотреть даже те, которые не могут прийти сюда. Это первая попытка. Посмотрим.